Работы в районе села Джигинка уже идут полным ходом. Здесь строится первая из дорожных развязок, которые появятся на территории муниципального образования. Всего их будет 5. Окончание проекта запланировано на 2020 год. В него включено строительство объездной дороги из станицы Анапской до поселка Виноградный. В итоге транзитный поток, в том числе грузовой, частично отделят от транспортного сообщения внутри муниципалитета. Получим повышение безопасности дорожного движения, это в первую очередь. Вторая очередь – это повышение комфортности для водителей, потому что увеличится и пропускная способность дороги, соответственно, и снизится нагрузка на водителей, то есть более комфортные условия будут обеспечены. Ну и, соответственно, инвест-привлекательность региона повысится.